Привет, ребята. Вот, поскольку сейчас погода ни два, ни полтора, то есть ни на лед не выйти, ни с удочкой посидеть, вот, решил небольшой такой обзорчик заснять, монтировку спиннинга. Вот, буду использовать, значит, катушку, которую я приобрел зимой. Сноску вы увидите сверху на обзор этой катушки, так что повторяться я не буду. Вот, затем поводки, непосредственно шнур диаметром 0,18 мм и счетчик для того, чтобы отмерить, ну, 150 метров мне на эту, как говорится, снасть надо будет намотать. Смотрим дальше. Чтобы наглядно было видно, вот эта вот катушечка 300 метров, с нее я буду отматывать, только использовать 150 метров. А также поводки, разрывная нагрузка поводков 11,5 килограммов, длина 36 сантиметров. Вот. Я короткий не использую, потому что на троллинге лучше, конечно, длинный. Он мягкий такой поводочек, так что удобный. Поводок. Видите, отлично запакован. Вот такой карабинчик. Довольно эластичный. Можно мять как хочешь. Но все равно свою, как говорится, форму принимает. На сезон на два хватает запросто. Вот такой вот счетчик, который я буду прикреплять к черенку удочки и наматывать 150 метров шнура. Смотрим дальше. Часто смотрю разные видео, и путь привязывания шнура к шпуле. Ну, там разные способы. И на шпулю на саму навязывают, и еще как-то. Ребята, сделайте очень простой вариант. На каждой шпульке внизу имеется такой, как заусенец. Сейчас объясню, для чего он нужен. Значит, соберем шнур, делаем обыкновенную стандартную петлю. Можно в два раза, можно в один раз. Лишний кончик, конечно же, обрезаем. Так, ставите катушку, прикрепляете к удилищу, спиннингу, в принципе, все равно. Вот. Затем, чтобы намотка была удобная, продеваем через кольцо сразу. Откидываем дужку. Зацепляем вот за этот усик, который я вам говорил, вот эту петельку. Вот таким вот образом. Зацепили за усик. Теперь ставим шпулю на место. Затягиваем. И наматываем. Все очень просто. При забросе это не мешает совершенно. Вот она здесь стоит и стоит себе. Если вы используете на забросе определенное расстояние, чтобы зафиксировано было, просто сюда поддеваете леску или там шнур. Все, делаем намотку. Теперь, чтобы нам определить определенное количество метров намотать, при использовании на троллинге я ее ставлю вот так, то бишь счетчиком к лицу катушки. В данном случае, ну, мы будем наматывать в обратном направлении, значит, нам надо этот счетчик ставить наоборот. Вот, вот так он зажимается. Закидываем на него
шнур, его надо закидывать петелькой, то бишь петлей. Вот. И начинаем наматывать. Поскольку у меня нету поблизости водоема, я использую, вот жена мне помогает, катушку. И я начинаю просто тупо наматывать. Счетчик делает свою работу, считает метры, сколько я решил намотать. Вот, мы намотали, в данном случае я намотал, я думал, что придется 150 метров, я намотал 110 метров. Так что еще запас у нас есть. Вот, поэтому этот счетчик довольно удобная штука, вот именно на такие вещи, на намотку. Ну вот, как видите, 110 метров мы намотали. Для этой катушки, очевидно, 100 метров вполне хватит, потому что катушка уже полная. Реально используется на троллинге у нас, ну, максимум это 35-40 метров. Так что вот этого за глаза мне хватит. Шнур мы вдели в кольца. Вот. Как я это делал, я вам показывать не стал, потому что это козе понятно. Вот. Значит, распечатываем наше добро. Вот поводочек. Два штука. Очень тоненький такой, эластичный. Привязываю стандартным способом, как я вяжу практически все. Деваем в петельку. Делаем несколько оборотов. В данном случае я просто проворачиваю по оси. Вот, вдеваем вот в эту петельку, которая возле вертлюжка. И в обратную сторону, в эту петлю. Мочим. И затягиваем. Все. Лишний кончик удаляем. Все. Карабинчик. К нему можно пристегнуть воблер. Все что угодно. Да, и еще. Ребята, вот шнур. Он не думан для того, чтобы работать на бросок. Этот шнур, он боится колебалок, боится вертушек. Вот. И он скручивается. И, соответственно, понятие борода, это ясно дело всем известно. Вот. Закидываешь, он перекручивается, и ты его просто развязать не можешь. С леской немножко попроще, а вот с этим сложно. Поэтому я не рекомендую шнур использовать для броска. Ну, чисто на заброс работать. Есть шнуры, которые идут сверху, обработаны специальным пластиком. Он выглядит как леска, но в натуре он шнур. Вот тем можно бросать. Этим не советую. Ну вот, ребят, такая небольшая зарисовочка по монтировке. Надеюсь, вы теперь знаете, как катушки, к новой катушке, к шпуле присоединить леску или шнур. Вот. Все просто до безобразия. Ну что, желаю всем удачной рыбалки. Удачно начать, как говорится, сезон. Желаю, чтобы количество просмотров соответствовало количеству лайков. И подписывайтесь на мой канал. Ждем, готовимся к рыболовному сезону. Всем пока!